Вот, а еще Бобрики, вот такая книжечка. Взяла ее, просто она очень красивая. Посмотрите, опять же, мое любимейшее издательство. Свидетельствует сразу же оно о качестве печати. О прекрасных, не глянцевых страницах. И таких всегда классная иллюстрация. Вот тут два папа, девочка. Ну, вот сама история, я специально сейчас ее прочитала. Ну, даже не знаю, стоит ли ее рассказывать, потому что она, собственно, в ней нет никаких таких крутых поворотов сюжета. Она просто рассказывает о том, про маленького щеночка, которого вот взяли в семью. Вот и все. Но я хочу, чтобы вы тут полюбовались не сюжетом, а именно иллюстрациями, потому что, правда, очень классно сделано. Это, я так понимаю, гуашь. Что-то такое, да? Ручная, да? Это не диджитал, это ручная. Вручную нарисовано. Очень мне нравится. И по цвету, и... Ну, красиво. Красивая книжка. Вот это его были братья и сестры, да? Вот они все в коробке. И вот их пришли выбирать. Это мама Мира. Вот они все родились. Красиво такие цвета. Очень стильно сделано. Посмотрите, какая классная квартира. Такой паркет, да. Вот они пришли. И выбирают щенка для их дочки. Я так понимаю. Вот. Просто, честно сказать, история, ну, ничего такого нет в этой истории. Просто полюбуйтесь, как красиво все сделано. Подсолнухи ван гоговские. Такие два персонажка очень прикольно. По цвету красиво. Что я могу сказать. И вот они выбрали его. Этого таксу. Таксу Тома. Вот. Забрали. И забрали его домой к себе. Вот. Мне нравятся очень цвета. Такой, знаете, красивый, темно-бирюзовый. Вообще классное сочетание. Приятно, очень. Стильно выдержанная книжка. Вот он в коробочке. Вот. Пришел в новый дом, его увидела девочка, его новая хозяйка. Вот у них такое все модно-ретро-дизайнерское, заметьте, а в их квартире. Ну вот они пошли гулять. Классно сделал, мне кажется, разворот суперский. Посмотрите, как все решается. Там был паркет вывернутый, да, тут такая плитка вывернутая. Классно все решено по пятнам. И тут идет этот поводок такой. Ну, стильно, в общем, сделано. Ничего не могу сказать. Тут боты шагают. В общем, прикольно, мне кажется. Тут опять же у нас вывернутый ковер, да. Девочка со щенком. Ничего лишнего. Тут такая игрушка. Мне нравится вообще эти развороты. И вот этот мне очень нравится разворот. Смотрите, как прикольно сделан. Вот. Как они засыпают вместе. Как все красиво по цвету. Вот. Просто одно удовольствие. Тут эти оранжевые, эти синие. В общем, как говорится, опять меня это издательство ни чуточки не разочаровало. Хотя ничего особенного нет в рассказе в этом.